QR-код прочно входит в обиход. Эти черно-белые квадратики мы замечаем везде. На билбордах, в журналах, а с недавнего времени и в жировках. Соседи не отстают. Совсем скоро проезд в Киеве можно будет оплатить билетами с QR-кодом. А в Краснодарском крае черно-белые квадратики появятся на скульптурах. Штрих-код, к слову, можно увидеть и с высоты птичьего полета. Белорусская IT-компания создала на поле под Минском гигантский код быстрого отклика размером 300 на 300 метров. По словам разработчиков, их цель не только реклама компании, но и укрепление имиджа IT-страны. Площадь 90 343 квадратных метра. Это мы уже померили геодезистом, лазерным дальномером. Все очень точно, там с пределами буквально пару сантиметров. Состоит из 36 фигур. Рекорд ставили на тракторе, который работал автономно благодаря управлению со спутников. Точность до 4 сантиметров. Подготовка проекта заняла около 2 месяцев и стоила совместных усилий команды в 20 человек. Следующий шаг – книга рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд находится в Китае, составляет 190 на 190 метров. Планируем на этой неделе уже подавать все необходимые документы в книгу рекордов Гиннесса. Свидетельства зафиксировали людей, которые при этом присутствовали, профессиональный геодезист, который измерял весь этот проект QR-код, видео с дрона, соответственно, все это будет приложено. Компания занимается разработками в сфере электронной коммерции. К слову, на данный момент она не является резидентом парка высоких технологий, но совсем скоро планирует это исправить. Это действительно полезно и выгодно для компаний, которые туда вступают, поскольку, ну, не секрет, что да, есть там свои налоговые льготы, но и в целом это экосистема плюс престиж, это некая репутация для внешних компаний, которые сотрудничают с белорусскими. Остается лишь пожелать ребятам удачи с их проектом. Будем надеяться, это далеко не последний белорусский IT-рекорд.